Привет, мы будем снимать влог с моим другом с Ильей. Салют. Всем приятного просмотра. Cause you're a sky full of stars. Осьминоги? Я тоже боюсь. Давай, типа, сюда что-то не кажется. Чтобы вы понимали, типа... Ты выбрал самого головастого. Да? Так они все такие. Да? Да. Только там они просто сплющены. Давай, кушай. Бля, я давно пробовал. А я ни разу не пробовал. Еще тем более я. Давай сразу целиком. Я в салате. У него башка лопнула. Давай, давай. Давай. Раз, два, три. Ну, откусишь. Я уже в рот чуть не захотел. Давай. Ножку откусишь. Да не ножку полностью. Да ты чего еще? Он-то тебя не сожрет. Он такой слизкий. И что? Давай сразу целиком в рот. Блин, вкус как кальмар. Типа, тогда было вкусно. Да. Он сочный был просто. Целиком? Да. А он предлагает это целиком съесть. Да, офигеть. Вообще. На счет три. Раз, два, три. А я думал... Я боюсь, что там что-то содержимое такое будет. Я думал, это будет гораздо противнее. Но на самом деле это просто он так выглядит. Мерзко. Не, салат тогда был вкуснее, когда я ел. Еще мы взяли мидии. Сейчас мидии попробуем. Я вот мидии не пробовал. Не пробовал? Да. Ну все, сейчас попробуем. Сейчас мы впервые попробуем мидии. Только не высыпь все. Вкусно. Серьезно? Да. Нет, разрушите. Серьезно? Трэш. Вкусно, да? Особенно соус. Дети. Было вкусно. Все остальное надо с картошкой ставить. Сейчас. Представляете, мы будем есть вот эти морепродукты с русской картошкой. Круглые. Так, наша реакция пришла, типа, осьминог для нас, для меня показался как обычный кальмар. Ну, в салате, когда я пробовал, в санторе ездил, там другой вкус, а у тебя как? Ну... Ожидал больше, если честно. Как будто почти такой безвкусный, знаете. Вот так. А вот мидия шикарно. Блин, просто. Вот мидия сейчас, подожди. Вот что-то... Я даже не знаю, как это описать. Подожди, как консервы, знаешь, рыба, вот типа вот такого, нет? Нет. Сейчас, подожди, ну что-то вкус такой знакомый. Что-то. Либо курица, либо что-то такое. Какая курица, блин? Нет, ну, блин, типа такого. Сейчас ты пока говори, я песню не слышу. Ну, сейчас попсую. Сегодня мы едим, что попало. Морепродукты, картошка, пепси запиваем вообще нормально. И бананами сверху. А, ну, бананы еще нет. Пишите в комментариях, что нам еще попробовать. Ну, что сильно еще не давали. Ну и не слишком противно, пожалуйста. Ладно, досматривайте наш влог. До встречи. Фаина, 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 фаина.
сходили в кинотеатр на фильм «Остров фантазий», и он закончился слишком поздно. И вот автобусы не идут. Да, мы не успели, и идем пешком. Сколько? Где-то 5 километров на мети пешком по ночному городу Красноярск. Валим, 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 валим на гелике. Гелим, вагин, вагин, вагин на делюге. Серьезные ребята сзади в кожанке. Подруга. Last name